Рабы – это тех, которых берут в заложники, а потом еще хотят, чтобы они отдавали свои деньги, которые сделал их рабами. Рабы – это тех, кто работают без денег, зарабатывают их и так далее. Они хотят получить, но у них забирают. Есть такие люди, которые их постоянно работают. Рабам нехорошо, потому что они служат. То, что им говорит хозяин, они должны делать. Краб, от которого свои. Международный день отмены рабства – это тогда, когда рабов больше нету и не будет никогда. Потому что они не могли никогда заработать денежки. У них все время забирали денежки. И много. Никогда не заводите плохих людей, потому что если вы заведете их, тогда это будет ужасно. Кто-то может взять их себе в рабы.